дом 57/17 по улице Межигорской. Угловой кирпичный дом на 7 этажей. Фасады из белого кирпича оформлены элементами декора. По фасаду дома видно, что проводилось утепление отдельных квартир. Двери в парадной оснащены домофонами. Двор выложен тротуарными плитами. Есть места для отдыха. На первом этаже дома офисы, аптека и магазины. Возле дома есть парковка, но мест немного. В пешем доступе детский сад, школа и гимназия. Также в доступной близости супермаркеты и станция метро Тараса Шевченко. Состояние дома можно считать вполне удовлетворительным.